В России падает рождаемость. В первом полугодии 2022 года, по данным Росстата, она сократилась на 6,3%. В 2021 году родились немного более миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет. На эту ситуацию, безусловно, влияют и внешнеполитические, и всевозможные факторы внутри страны, в том числе здоровье подрастающего поколения. Здоровье несовершеннолетних сегодня – залог здорового поколения завтра. О проведении профилактического медицинского осмотра девочек до 18 лет в своем интервью рассказала врач-акушер-гинеколог несовершеннолетних, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по территории Карачаево-Черкесской Республики Фатима Нарина Капушева. С чем связана необходимость проведения медицинского профилактического осмотра несовершенных девочек врачом-акушером-гинекологом? Демографические показатели, которые у нас сейчас есть в стране, они не очень устраивают. Ту роль, которую отводили процедуре ЭКО, к сожалению, оно не оправдало себя. То есть таких показателей, как ожидалось увидеть, мы не видим. А репродуктивное здоровье, в общем-то, и проблемы, которые ведут к бесплодию, они начинаются в подростковом периоде. Поэтому всецело на сегодняшний день и, значит, направлены и усилия и правительства нашего, и медицинского сообщества на то, чтобы сохранить, улучшить репродуктивное здоровье наших несовершеннолетних пациенток. Вот в связи с этим. Осмотр в кабинете врача-акушера-гинеколога взрослой девушки подразумевает один процесс. А как проходит профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних девочек? Кроме как осмотра, ничего не подразумевает. Если есть, значит, моменты, которые напрягают гинеколога, тогда берется мазок. Но все наши осмотры до 14 лет, они ведутся с присутствии родителей. Непосредственно лечение на профосмотре не делается. Дальше идет у нас первый этап профилактического осмотра, так называемый. Тогда, когда до обследования идет, вот он, под это отводится у нас 20 дней. Вот в течение этих 20 дней, если можно уточнить, определиться с диагнозом и определиться с тактикой, то, значит, профилактический случай заканчивается. Если у нас случай сложный и невозможно в течение этих 20 дней уложиться, то продолжительность его составляет 45 дней от первого дня. То есть дополнительно еще 25 дней дается для того, чтобы уточнить, определиться и в дальнейшем определиться с тактикой ведения и вылечивания пациентки. Говоря о любых медицинских манипуляциях с несовершеннолетними, нужно понимать, что присутствие родителей или других законных представителей в этом случае необходимо. Федеральный закон 323 об охране здоровья граждан Российской Федерации говорит о том, что до 15 лет на профилактических осмотрах должны присутствовать родители. Особенно это касается, и естественно, это тогда, когда это касается гинекологического осмотра. Скажем так, это не просто вот как бы вопрос морали, психики ребенка, это еще выявление определенных вопросов, на которые может дать ответ исключительно или мама, или законный представитель. Это один момент. И второй момент. Во время профилактического осмотра у нас ведутся беседы о гигиене, о нормах женского цикла, о вопросах, которые могут возникнуть. Вот чисто такие житейские и правильные вопросы, советы, которые могут дать родителям. Поэтому вот это оправдано с этой точки зрения. А начиная с 15 лет, информированное согласие подписывает уже сам ребенок. 15, 16 и 17 лет это информированное согласие подписывает сам ребенок. А до 14 лет, за 5 дней до профилактического осмотра, не менее чем за 5 дней до профилактического осмотра, информированное согласие подписывают, получают от родителей или законных представителей. Но следующий вопрос, он вытекает из предыдущего. Допустим, девочка несовершеннолетняя хочет пройти такой осмотр. Ее представители законные, либо родители не хотят этого. Что делать в этом случае? Значит, согласно вот этому федеральному закону, у нас есть ряд, там есть в пункте 9 ограничения тогда, когда являются крайне критические заболевания, состояния и состояния, ведущие к распространению заболевания. Ну, это если по-другому сказать. Ну вот, если это то состояние, то тогда мы должны постараться убедить законных представителей. Ну а так, конечно, если есть желание, и в судебном порядке решаются такие вопросы, но я надеюсь, что в нашей республике таких прецедентов не будет. Что должны знать девочки несовершеннолетние о таком осмотре и, естественно, их родители или законные представители ребенка?
осмотр в 3 года и в 6 лет, он, в общем-то, он такой примитивный и спокойный. Да? В 6 лет уже, конечно, дитё взрослеет, но, тем не менее, маме нужно заранее подготовить дитё. В 3 года, может быть, этого не требуется, но в 6 лет нужно заранее поговорить, подготовить, объяснить, с какой целью это делается, объяснить, что ничего болезненного нет, ничего опасного нет. Это абсолютно спокойная процедура. А начиная вот в 13 лет, тут уже несколько сложнее, но вот заранее нужно провести психологическую беседу, нужно провести санитарно-гигиенические мероприятия, ну и, в принципе, этим и все ограничивается. Там ничего болезненного, ничего опасного, ничего такого, чего бы стоило бы пугаться пациенткам, нет. Как правило, пациентки, это самое, ну, у них такое некоторое состояние разочарования после того, как проходит осмотр. Ну, в смысле, боялись, пугались. И это все? Да, это все. Вот та самая, что мы вот этого вот боялись, мы вот этого вот пугались. Вот так ставят вопрос наши пациентки. Поэтому, Ирина, еще один очень актуальный вопрос – это вакцинация от вируса папилломы человека или вакцинация ВПЧ, как говорят медики. Вот что нужно знать девочкам-подросткам и их родителям или их законным представителям об этой вакцине? На сегодняшний день четко видна ассоциация рака шейки матки с вирусом папилломы человека. Она четко ассоциирована, так сказать. Да? И, значит, а среди всей онкосферы, женской половой сферы, вот заболевание раком шейки матки, рак шейки матки, он является наиболее агрессивным и с наиболее высокой степенью летального исхода он дает. И вот в связи с этим, значит, ну, весь мир был озабочен этой проблемой. И вот на сегодняшний день есть вакцинация от вируса папилломы человека. Он проводится и у нас в стране. Непосредственно сейчас у нас идет обсуждение получения этих вакцин в нашу республику. Что он сама по себе процедура подразумевает? Эта вакцинация ведется в возрасте от 9 до 17 лет по календарю прививок. И, значит, если разница между введением вакцины первого этапа и второго этапа составляет полгода. То есть, если мы первую инъекцию сделали, ну, от сегодняшнего дня, если мы считаем, то вот вторую инъекцию нужно будет сделать через полгода, через 6 месяцев. Там существуют еще и укороченные схемы, тогда, когда через 4 месяца ревакцинация идет. Но вот классическая схема, она такая, да, она идет по показаниям. Значит, если мы говорим о взрослом населении, то вакцинацию это можно проводить и взрослому населению, но до начала супружеской жизни, до манифеста половой жизни, как говорится. Но вот, учитывая особенности менталитета у нас в республике, то наиболее, наверное, актуально было эти. В принципе, у нас в республике это практикуется, и девочки, скажем так, до вступления в супружескую жизнь уже есть у нас девчонки, которые проводили эту вакцинацию и уже имеют и детей, и все нормально с ними, да. Но вот непосредственно в календарь прививок вакцинация от 9 до 17 лет, оно будет вступать у нас вот в этом году, должно вступить. Допустим, при осмотре врач-акушер-гинеколог выявляет, ну, симптомы, да, какого-то заболевания. Mm-hmm. Имеет ли он право назначить лечение? Или тут какая-то другая предусмотренная процедура? Значит, смотрите, при профилактических осмотрах, значит, цель его как раз на то, чтобы отобрать вот этих девочек. Назначение, введение, да, обследование. Для того, чтобы уточнить все нюансы течения заболевания, вот существует диспансерная группа и группы здоровья. Значит, дитё включается уже в диспансерную группу, и более тщательные и анализы, и назначение, и контролируется это назначение, а в большинстве случаев вылечивание ведется уже в дальнейшем. При профилактическом осмотре назначения не делаются. Поговорим сейчас о, так сказать, просветительской работе. Вот можно ли беседовать, проводить санитарно-просветительные лекции и на какие темы с несовершеннолетними девочками, пришедшими на профилактический медицинский осмотр? У нас на сегодняшний день существует анкетирование. Она очень важная и очень значимая. Она непосредственно создана нашим главным специалистом по гинекологии несовершеннолетних всей нашей страны, Уваровой Елены Натальевны. Там дитё отвечает на вопросы. Значит, если существует определенный градиент, и если мы отвечаем, более сальки-то ответов положительных дается, то рекомендуется обратиться к гинекологу. Иногда бывает, что девочки на профилактических осмотрах теряются, и бывает, что меня спросили, я это не сказала, то не сказала, или смущаются. Так вот, эта анкета очень, очень большое значение имеет для самоанализа,
анализа и в дальнейшем для введения информации непосредственно в семью, когда она приносит эту анкету дома, и дома могут ответить. У меня есть на приеме дети, которые приходят с этими анкетами. В дальнейшем вот эта анкета, она будет выставляться у нас на телеграм-канале, который будет создаваться. Ссылка на этот телеграм-канал, я надеюсь, будет на сайте нашего учреждения. Детские специалисты в Карачаево-Черкесии тесно сотрудничают с ведущими клиниками и институтами акушерства и гинекологии в России, проводят коллегиальные консультации в случае необходимости. У нас непосредственно прям, я бы сказала бы, очень доброжелательное, очень профессиональное отношение к пациентам и к нам, коллегам, непосредственно вот с Кулаковского центра, гинекологическое отделение подростковое, там, где есть, вот возглавляемое Еленой Натальевной Уваровой. У нас, ну, мы и обращались, и сталкивались, ну, тут только положительные эти. Все то, что возможно решить, как у нас в республике, а то, что невозможно решить в стенах наших учреждений, решаемо в Кулаковском центре на мировом уровне. Там есть уникальные разработки по определенным диагнозам, которые решают вопросы у девочек, ну, с подобными аномалиями. Здоровье девочки и подростка включает в себя множество разных аспектов. Вырабатывать привычки правильного питания и занятия спортом так же важно, как и соблюдать хорошую гигиену. А еще необходимо с раннего возраста усвоить, что своевременная профилактика – залог вашего здоровья.